Ну что, ребят, всем привет. Натафиг, господи. Ну что, могу... Боже мой, я ж плюнулась. Ну что, сегодня у нас будет официальный влог. Я уже не могу молчать. В прошлом видео я как раз рассказала о том, что у нас пополнение. И сегодня вы увидите влог, как мы забирали нашего малыша. Итак, на самом деле мы еще его не забрали, потому что это предвлог, но в этом влоге все не все увидите. Просто сегодня хотела рассказать, что мы подготовили к появлению щенка. Сегодня у нас 7 декабря и совсем скоро, то есть 9 числа у него будет первая, ну не первая, будет прививка, после которой надо подождать будет 5 дней, и мы его заберем. Вот, то есть это уже получается следующие выходные. Что мы купили для нашего щенка? В первую очередь это, конечно же, пеленки. Блин, самое обидное, ребята, что когда мы переезжали на эту квартиру, у меня был целый пакет еще Таффиных собачьих пеленок. Я такая думаю, нафига я их 3 года храню, я их выброшу. И что вы думаете? Вот, и через 3 месяца мне срочно понадобились. Значит, я купила 30 штук, 40 на 60, тут нарисован ребенок и щеночек. Они, конечно, тоненькие совсем такие, но они стоили там вот 30 штук, в Улыбке Радуги 280 рублей. Ну, это вообще дешево, на самом деле, для пеленок. Не знаю, как они будут в быту, на самом деле. Решила взять сразу 2 упаковки. Так, пеленочки, помнишь? Что это такое? Ты помнишь, ты сюда писал? Ну, не сюда конкретно. Значит, по поводу шампуня. Я сначала думала купить новый шампунь, а потом посмотрела, что, в принципе, мы Таффи-то моем как бы шампунем для щенков, поэтому... Мы будем использовать в дальнейшем этот же шампунь. Миска для малыша. Это нашего Таффочки. Мисочка. Мисочки. Так как у Таффи сейчас новые прекрасные миски на супер подставке, которые просто, не знаю, обожаю, нашему малышу по наследству переходит... Вот эти вот мисочки. Также от Таффочки достается ему вот этот вот ошейник. Значит, этот набор нам дарила наша подписчица для Таффи. С поводком мы не так часто ходим, потому что все-таки он как-то привык на более длинной рулетке ходить. А малыша как раз мы будем изначально приучать, наверное, ходить не на рулетке, а на веревочке. И также вот ему достанется такой красивый ошейничек. Ты не будешь против? Подстилку нам тоже покупать не нужно, потому что ему достанется вот эта вот Таффина постелка. И я ее постирала. Я ее отмыла, очистила от шерсти. И просто сюда Таффочка 1 или 2 раза лег. Вот, не то, что от этой постелки, где там просто встряхнул, все, шерсть улетела, рукой так еще немножко почистил. Здесь, я не знаю, надо будет еще раз все-таки его хорошенько прочистить. И единственное, что мы еще купили, это малышу вкусняшки, именно для щенков. В детстве, когда Тафулька был маленький, мы покупали ему деревенские лакомства, ему нравилось. У нас, кстати, сегодня открылся зоомагазин, и мы как раз зашли, нам еще дали карточку 3%. Мы будем его использовать именно для дрессуры. То есть тут такие длинные палочки, сейчас я их открывать не буду, я их буду так вот нарезать и буду как бы давать. Тафулька, не тебе. И вот такие тоже печеньки для поощрения и дрессуры. Ну, мы его также будем давать, но только чуть попозже, наверное, когда уже будем ходить, наверное, на улицу. Это все. Таффи, а ты знаешь, что у тебя скоро будет братик? Племяшка твой. Таффи. Хочешь еще одну собаку? Таффи. Он в шоке. Короче, сейчас 3 часа ночи. Зашла на свою голову в Инстаграм. И мне написала Ника и сказала, что мы можем раньше за щенка. Мы изначально договаривались на пятницу. Вот, она сказала, что в среду она сама поедет в город и может забрать с собой щенка. Ну и все, короче. Я теперь не могу просто спать. Я постоянно думаю. Понятное дело, что я хочу забрать раньше. Короче, не сплю только я. Все остальные дрыхнут. Слышь, Тафка? Шашишка? Мой сладкий зайчик, мой хороший мальчик. Да, да. Ну, спи, спи, господи. Я уже всех замучила. Тафка? Вышли погулять. У нас все растаяло. Слава богу, сегодня дождь не идет. Так, в общем, завтра, если все получится, мы забираем
щенка. Вот, я после того сообщения могла еще 3 часа уснуть. Представляете, там я прочитала, по-моему, в 3 часа ночи или в 2 часа ночи. Короче, 3 часа я просто лежала, не могла уснуть. Я все думала о том, что надо много чего сделать. Во-первых, надо сегодня помыть собаку полностью, ну, нашу, Тафика. И в коридоре брать всю обувь, там тоже все помыть. Ну, короче, уборка заняться, прям все помыть. Убрать всякие там средства, если есть какие-то, которые щенок может, не дай бог, плизнуть. Тафочка, пойдем сюда. Мне просто надо уже по делам ехать. Я с тобой долго не могу гулять. Пойдем, 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 мой сладкий. Так, ну что, ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас 11 декабря. Сейчас у нас где-то 10:30. Саша с Тафи пошел гулять. А сегодня 7:30 мы забираем щеночка. Значит, вчера я тут все пропылесосила, помыла. Этот коврик я хочу вообще убрать туда, потому что он собирает кучу грязи. Вот эти вот провода надо будет тоже убрать, чтобы ничего не валялось. Кто принесёл? Так, я тебе там ванну готовлю, да? Ты скупаться пойдешь? Купаться пойдешь, Тафи? Мне нравится эта история. Тафи, ты должен быть чистеньким. Мой зайчик сейчас купаться будет. Купаться, да. Что-то я, по-моему, слишком много добавила. Не, нормально. Тафи, забейся его в угол сразу. Чтоб у тебя все отмокло, Тафи. Тафи, представь, что ты купаешься в речке. Мама, Нюня! С легким паром тебя, Тафи. Тафи, блин, в лицо прям. Сейчас я когти еще будем стричь. Ты че? Тафи, отстань от стены, она и так черная. Да. То есть после тебя ремонт придется делать. Ну что? Вот для чего нужен ковер, Тафонька. Тафи, валяйся на ковре. Будем стричь когти, когти. Убежал, убежал, мохнатый. Убежал. Тафочка против, что мы убираем ковер. Тафи, ну малыш же записи, где какает. Блин, как без него странно, непривычно. Убираем его в кабинет. Короче, я уже вся нанервничалась. Тафа. Нам уже надо выходить. Я уже постелила пеленочку. Так, собрали мы рюкзак. Я взяла полотенце, также пеленку и игрушечку. Вот с этой же игрушкой, помните, мы за Тафи приезжали. Тафи, лучи шляпки, да мы не идем с тобой, Тафочка. Ты остаешься дома. Ну, тебя-то точно нельзя взять. Саша не нервничает, Тафи не нервничает. Я тут за всех вас нервничаю. Пока, Тафонька. Саш, мне в лугах пойти, наверное, да? Все. Пока, моя бусинка. Мы скоро приедем. И не одни.
Я так нервничаю. Нам где-то час с чем-то, я когда сейчас еще пробки, потому что сейчас 6 часов, и, скорее всего, мы будем где-то полтора часа. Второй этаж. У меня уже телефон не упал. Так, мы идем на остановку. Так, осталось минут 5-6. От мамы что-нибудь у него есть? Запах какой-то? Нет? Нормально есть? Нормально? Манюнечко. Не знаю. Мне кажется, он меньше, чем Тафочка. Но мы Тафочку забрали на 5. Постарше. Иди сюда. Кружечку, Саша. Я бы Вовчику привезла. Ну что, малыш? Саша не может дверь открыть. Так, выходим в новый свет. Недрожимый маленький. Мы едем домой. Там тебя дядя будет ждать. Где мама халялась? Здравствуйте. Так, куда она? У нас здесь проход закрыт. Я сейчас поставлю камеру. Входите. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Ой. Ну все. Выпускай тебя. Саша. А кто это у нас тут такой сладкий? А что это за малыш у нас тут открывает шкаф? Это что такое? Это наш новый щенок? Да. Что такое? Давай снимем тебе бантик. Сейчас. Ой, вот он наш малыш.